Всем привет, с вами Артём, мы продолжаем играть в 7 Days to Die с модом Darkness Falls. В общем, мы тут сейчас зачистим домик и пойдем. Всем привет. Да, всем привет, тут у нас с нами Нестор, само собой. Вот, и мы сейчас чистим, короче, квест. О, я нашел неприятности. Там феррал снизу. Не вижу феррала. Стой, аккуратно, там феррал. Ну хорошо. Мы просто шли лутаться, и день настал. Вон. Видишь, он там? Вон он, феррал, бежит. Вижу. Разводной ключ, просто. О, дашь мне? Я его потом... Открыто. У меня есть 26-го катета уже. Ну да, мы сделали, короче, верстачок. И так, по мелочи, всякой фигни. И пошли копать клады ночью. А, встретили две орды. К сожалению, запись это не попала. Поэтому у нас резко закончились патроны. От слова совсем. Особенно 5, как они там назывались. 56? 5 курятников сделали. А, 5 курятников, да, сделали еще. Но я думал, что курятники, кстати, типа... интересно. Ну, давай, что? Мне интересно, что еду не потребляют курицы. Да, вот то, что курицы... Вообще не надо кормить. Зомби идет на улицу. Курица не потребляет еду, я об этом не знал. Потому что я думал, что, ну, типа, их кормить надо. У меня 74 хп, кстати. Сейчас я поем. Да давай, мне тут он уже это, спину дышит. Ты че на кустарнике забыл? Окей. Потому что... А, я думал, тут... Чанского надо навернуть. Так, попьем немножко. А зачем ты опять сюда зашел? А, так-то мы топ-лут еще не забрали даже. У меня просто 38 перегруза. Все равно на второй этаж. Да, я помню, что на втором этаже ребята. Так, у меня просто хп нету. Давай я посмотрю. Да не, я сейчас... Не, он не показывает. Так они еще не заспавнились даже. Это мы же не... Я пока проверю, что там. Ну иди проверь. Потом думаю, откуда у меня столько перегруза. Пошмаки валяются. Я пока никого не вижу. Сейчас. А, вижу. Вон она. Стой. Тут этот. Стою. Монстр. Вот он. О, сейф. Теперь его нету. Подожди, а это же дом, в обычный дом. Тут топ-лу должен быть где-то. Подожди, а где топ-лу тогда? Это именно обычный дом, это не модовский. Тут должен быть топ-лут. Может, я что-то не знаю? Не знаю. Видимо, я тоже что-то не знаю. Блин, мне вот это не нравится место. Может, здесь что-то есть? Разбирай. А, кроме сейф-то этого... открытый. Я же говорю, сейф открытый. А, мы все. Мы не сможем его залутать. Да ладно. Так, я радиатор слутал, что Ой. Хорошо. Я разбираю всякую фигню. Нет, рецепт нет. Железный звук. Железный просто этот. Нет, ничего нету. Короче, мы к торгашу вообще к новому шли. И сейчас мы к нему, в принципе, и пойдем. Сейчас я по дороге только немножко подразбираю. Хотя ладно, в принципе и так нормально. Я сейчас бахну этот стимулятор, чтобы бежать нормально. А то мы так 150 лет будем идти. Все, ребят, а короче, у меня нету его. Увидимся у торгаша. Точнее, ну да, 900 метров. Сейчас. Так, все, мы дошли до нового торгаша. Но эта пчела так умирает. Но зато 4 меда есть. Так, смотри, тут этот контингент есть. Сейчас. Можешь там с ней разобраться? Ладно, я сам разберусь. Змея, да, где-то ползет. Я промахнул. Вот она ползет. Все, забираю змею. Новый торгаш. Вот. Да здравствует, это новый торгаш. Дженни. А, там, я думаю, зомби уже на территории. Закрывай ворота. Так, это автоматы, ящики нелутабельные. Тачку можно разобрать будет. Ну да. Так, я сейчас пойду за топовой нычкой, которую мы в тот раз с тобой видели. Ну, можно забрать. Давай. Так, 4 могилки, блин, интересно, там есть кто-нибудь? Так, сумка. Еда. Вода. А перегроз... Я пока открою этот тачку. Давай. И тогда в лут, в лут прокачайся, ну хотя бы, чтобы, типа, просто если я буду все время лутать... А, у меня и так давно прокачано. А, ну ладно. Я давно прокачан. Ну тогда ладно. Так, книжку нашел еще одну. Так, книжек очень много, мы их скрапаем. На
эти на книжки, чтобы потом из них делать себе книги навыков. Так, ты уже с торгашом базаришь, что ли? Угу. Далеко, 300 метров очистить от зомби. Взять? Давай почистим здесь, почему бы нет. Мы сейчас просто, ребят, будем максимум чистить. Сейчас, а у тебя есть его окно? 50 штук. Так, спасибо. Я с этой торгашкой побазарил, она мне еще опыта дала. Я у нее стул сворую. А, стул не воруется. 50 штук есть? Чего 50 штук? У окна. Сейчас будет. 50 штук тряпок именно или волокна? А ты видео включил? Да, да, все работает. Что ты переживаешь ты за меня? Все хорошо. Я услышу зомби, который на улице бегает. Волокна. Так, вон там она ходит. Давай убьем его. Давай. Я не туда вышел. Да, я убил. Так, давай тогда сейчас сделаем здесь какую-то импровизированную базу, скинув сюда в тачки ресы. Там еще справа один зомбак. Я в тачке пока все поскидываю. Да вон он там гуляет. Так, стоп, у меня напихаль патриков нету. На дробаш осталось 29. Он курицу бил, гаденыш. Все, с этим разобрался. Так, еще один идет. Как вам здесь нравится, ребят, расскажите. Так. Блин, мачете очень хороша, но я пока за дубинку топлю. Или мы нашли электродубинку, но... А, в прошлой серии, на такси было. Скидывай в тачки все и погнали квест выполнять. Так, сейчас я только вся квест выберу. Сейчас, подожди, я волокно насобираю. Ой, не то. Ладно, я пока почищу. Сейчас еще надо попаркурить и забрать топовый лут. Для чего? Для квеста. Блин, слушай, как-то я очень мощно убиваю зомбарей. Мы сейчас здесь какие-нибудь, ребят, еще здание почистим в этом городе, посмотрим, что почем. И нам вообще так-то готовиться к орде надо. На то пошло. А, ты тут что, не лутался, что ли? Уже третий день. Внутри. Нет. Я не все лутал. Да я смотрю, тут книги лежат. Как будто ты вообще тут ничего не лутал. Нет, я сразу пошел к торговцу. Тогда я книжки залутаю. На шахтера, на все. А, так, вот эти у нее не лутабельны. Это у нее закрыто. Но вон там вон лежит сумка с лутом, народ. Кто знает, можно вот так вот красивенько запрыгнуть. Лутать тут перья несколько штук. Если повезет еще яиц набрать. Потом прыгайте обратно и делайте финт ушами на люстру и забирайте лут. В моем случае это два обычных бинтика. Так, есть какая-нибудь работа? Принести 400 метров. Ладно, окей. Сегодня, короче, мы у этого торгаша повыполняем квесты. Погнали! Вот через... Я квест выполнил. Подожди, я продам вещи и скину. Ты скинь в тачки? О, кстати, здесь есть парковка с кучей тачек и кучей всего. У меня не идет почему-то прогрузка, но она прогрузится. Вот, там, короче, куча... И куча зомби. Знаешь, что там есть? Да я знаю, я отчистил. Ядовитая собака. Там третий тир. Ну, кстати, ядовитую собаку я не знаю, я не играл давно. Просто для меня сейчас Darkness Falls это что-то новенькое по причине того, что тут много чего обновилось после того, как я играл. Так, я, наверное, скину вот это. У меня 12 патронов для тебя. Еще и гриб я тут таскаю зачем-то. Палки я зачем-то с собой таскаю. Раз, два, три, четыре, пять ячеек у меня. Что-то у меня, сука, юки очень много. Очень много. Ладно. На тебе патрики. Все, я скинул, погнали. Давай. Да подожди секунду, я еще не все скинул. Ну давай, скидывай и все, продолжаем, ребят. Блять, это же твой квест. Извиняюсь. Куда пошел-то? Это твой квест. А. Да. Давай. Погнали. Вон я вижу уже зомби. А я вижу зомби, а я не вижу зомби. Вон он, это птица. Это птица. Она нет. Спускается себе давать людей. Не повезло ей. Опа, ребята. А, так это вообще здание какое-то отвратительное. Я думаю, это здание будет, а это просто сходка. Толстяк там бежит, зеленый. Толстяк бежит, я толстяк бежит. Толстяк бежит. Помоги мне. Это этот перал. Помогаю, давай. Паука вижу. Там этот. Минус паук.
Он не умер. Отлично. Все, миссия комплит. Мы зачистили. Да. А я думал, это шахта. Так, ну в топ-лутецком было так себе. Кремовое. Я сломаю. Да уж. Гвозди, угли, пенечек. 9 патронов. Короче, я себе буду винтовку мутить. Что-то как-то это... Патронов я очень много на винтовку нахожу. Ты бинты не забрал. Ого, я их и не лутал. Да я не забрал. Здесь. А ты патрики не забрал. О, это мои. На 7 патронов на дробаш. Вообще супер. Так, итого, короче, у меня есть что. Смотри, есть на ноги модификацию. Я себе скину сейчас. Ты же мачете любишь? Хотя я тоже полюбил мачете. А есть вот это и вот это. И вот тебе еще вот это. Раз, два, четыре, пять, шесть. По ножи носить. А ну у меня да. Вообще нет по нож, прикинь. А я забор случайно сделал. Все, погнали. Короче, ребята, увидимся у торгаша. Все, мы у торговки. Сейчас мы скинем квест и пойдем в город. И возьмем квестик. Если нет, то... Так, дубинка 25-го. Нет. Калаш 23-го. Да, все. У меня калаш есть. Есть какая-нибудь работа? Слушай, я на 500... Я размер сетки на 500 поставил. У меня ничего не изменилось. На 1000 просто. Ну, кроме FPS чуть-чуть побольше стало. Побольше? Странно. Так, ключ вообще не отсюда. А у меня было 1000. А, тогда и не надо. У меня 1000 FPS было. Ой, блоков. Тогда и не надо тебя. Так, тут чертежи на броньку у нее, кстати, знаю, есть. Зачем. Но это увеличивает диапазон. Даже ты к ней залез, когда я с ней позарю? Я же тебе уже рассказывал об этом. Да, я не знаю, что это за глюк. А, может, обнова была какая-то. Может, это и пофиксили? Хотя фиг его знает. Смотри. Я теперь перчи. У меня теперь перчи есть. Уже кожаные. А, ну красавчик. Теперь вообще на дядю что-то похож. Так, я скрапаю вот это. Я хочу патров купить, но у нее почему-то патров нету. Так, есть какая-нибудь работа. Очистить, принести. Вот, очистить от зоны. Первый уровень. Пойдем, мы сейчас просто в городе с тобой что-нибудь. Да блин, я хочу квест отменить. Мне... Я только что взял квест, тот же, что и у тебя был. То есть тоже локацию чистить. Давай другой возьму. Сейчас, погоди. Я попробую вот это взять. 396. О, в городе. Уже хорошо. Да. Так, пойдем скинем тогда. У меня просто еще одна карта сокровищ. Давай сейчас скинем. Че ты с фонариком бегаешь? Так. Чтобы на записи видно все было. Да нет, это мне именно, чтобы видно было, когда я пробегаю в этом. Так, я сейчас скину по тачкам весь лут, который набрал. И у меня все равно остается дофига лута, который некуда скинуть, потому что у меня больше ящиков тут нет на территории. У меня тоже. Ну, у меня вот... один лут еще лишнего. Подожди, вот, иди сюда. А, стоп. Не лутабельная. О, вот... на, нет, это тоже фигня. Подвис у меня. Походу, все, добегался. Mm-hmm. Так, нет. Я иду к торговке Джен посмотреть, какой-нибудь ящик у нее здесь есть. Вместо этого нахожу мусор. Увидеть ваш инвентарь. А, вот, я могу сюда скинуть. Знаешь, она стерильные бинты за 10 монет продает. Так я знаю, мы я же уже покупали у нее это. Так, я пока скинулся, короче, в воду. Так, модификации. Берем вот это. Я скинул в кулер с водой. Нам не надо ничего покупать. В кулер с водой деньги. Просто помню, что они на стене. Зачем? На всякий. Ну, у нас мед есть. Ну, этот отравяной, он 160 всего стоил. Блин, стоил, у меня... Я забыл, что у меня в калаше патронов нет. У тебя на инвентаре сколько патронов? У меня еда кончилась. Ну, как ты так? На, держи. Чего ты говорил? У тебя на винтовку есть паттер? Ты взял еду, которую я кинул? Да, взял. Паттер на винтовку? Да, у тебя твои. Подожди, есть 300 штук. Там этот. Скинь 150. Там, вон, да чувак. Я вижу, слева радиоактивный. Я подстрелил чего? Молодец. Лутаю. Я разберу ее. Скинь патриков. Точка 300. Я забываю, что я тебе все патры скидываю. Че, у меня столько? У меня максимум 300. Стоп, я кричалку слышал. Показалось. 300 штук, говоришь? У меня столько нету. Ты сказал, у тебя 300 есть патронов. Столько. Ты сказал, у тебя 300. Вон там слева зомбак.
Ну, у меня 300, но я тебе не буду скидывать. Нет, я сказал, скинь половину. Все, я пока тачку вскрываю. А ты давай зомби слева я забери, а то он в меня плюнет, и все. Будет больно. Я хочу себе снайперку. Хотя ты можешь ее скрафтить вообще потом в идеале мне, если уж на то пошло. Так, и... блин. А мне как раз снайперка прокачана. 25 патронов у меня, кстати, влазит, а не 20. Хотя и написано 20. Так. Смотри, какой там дом. Черно-желтый, что-то да, там. Да, я уже увидел. О чем? Ай, ферл. Иди раз на раз выйдем. Тут зеленый. Я сейчас зеленого убью. Я зеленого убил. Да я просто так пристрелил. А, она жива! Ты что, регенерируешь, что ли? Теперь нет. Да, мы пришли в большой город. Есть такое. Просто подошли, за разорвали. О, он это живой. Это больничка. Пошел, он еще жив. Серьезно? Это больничка. Пошли в больничке, топ-лут заберем. И квест выполним. Еще сходим потом. Пойдем. Мне кажется, ли тут зомби посильнее стали? А вот мы с какой-то деревни в город перебрались. Так это не больничка. Это да. Для животных. Клиника. Тут ну, по-другому будет. Говоря, госпиталь. Я знаю, я чай нашел. Крафт. Крафт чая я использую. Ветклиника называется. Ну, ветклиника. Пойдем нам вот здесь топ-лут забрать. Что мы будем? Картошечки можно собрать, кстати. Будем снимать то, что мы... Мы уже сейчас делать. Видос. Что ты хочешь-то? Я... Сейчас, у меня не пауза. Мы зашли в город как раз. А ты что думал? А, ладно, понятно, все, я тебя услышал. Пошли, заберем топ-лут. Так, смотри, у нас два пути. Раздолбать гараж? Нет, это плохой путь. Долбим гараж. Там 15 тысяч, не. Я строю тебе лесенку из блоков. Мы перепрыгнем, но помни. Перепрыгнем. Ой, а зачем? Тут... Почему мы не можем вот это слопать? Ну, зачем нам? Иди сюда. Вот. Они не спавнятся. Стой. Я не вижу ни одного. У меня никто не заспавнился еще. А, все, вижу. Ой, тут ферал. Иди сюда. Я ему уже пострелял. А он мне ногу поломал. Ну, не сломал, правда. Просто по ноге ударил. А тут же больше зомбарей было. Это типа топовая комната с финальным лутом. Не знаю. Мачете, модификация шапки. Тоже не знаю, почему так слабовато. Но главное это... Я колесо нашел. Чё? Ну как, нам нужны колеса. Класс. И нашел отстойную электродубинку. Это круто, что нам колесо нашел. Так, это в скраб. А я в зомби. Я уровень апнул. Я еще нет. Хотя у меня по очкам еще 5 очков. Я еще не распределял. Волчара спереди. Жестко, у нас 66-й. У нас о, давай убью его. Так это всего лишь 66-й этап игры, это не жестко. А. Ты во что попал? Снайпер. Да я в деревянную попал. Перегородку. Дали парню снайпер. Теперь в него уже. Деревянные перегородки стреляют. Пошли. Нам надо квест выполнить. Мы сейчас выполним квест и просто побегаем по городу, посмотрим. Знаешь что? У меня теперь показываются и животные. Вот да. Там животные. Я животные показываются, зомби. При прокачке охотник как раз это и идет. Правильно. Небоскреб мы, конечно, чистить, ребят, не пойдем, но тут немножко погуляем. Посмотрим этот город. Что тут есть? Тут есть стройка. Ну, стройку тоже лутать бессмысленно. Там слишком много строителей, они нас просто сорвут. А ты ко мне иди. Ну ладно. Я его убью сейчас. А, вижу. Одним ударом 100 хп снес. Тебе или ты ему? Он мне ушиб. Я ему. Он мне уши поставил. Блин, а я забыл бинтиком подхилиться. Перед тобой зомби сейчас будет. Ой, вот этому в голову. Я вижу. А я не попал с лука. Ну ладно, придется со снайпером. Давай, тут еще один зомбак. И еще один. Дерьмо какое-то. Ты сам его взял. Не, я его выбил. Из лута. 100 метров. Который с орды был. Так. А, я же свой лук выкинул, потому что он меня выбесил, то, что на него нельзя железные стрелы допихивать. Я их скрафтил, главное, железных стрел, а оставить не смог. Я его, короче, это, разобрал. Я тоже не понимаю, как это работает. Кирка. Где в голову оторвал ему? Какая так, все, кирка? Да это скрапывает 13-го качества.
А я думал, мы вот этот дом должны... Там этот блок. Там... Вот он. А, блин, это не зомби. Я знаю, мне уровень ХП не дали. Опыта, точнее. Все, мы у здания. Это тот магазин, братан. Это все. Это то. Это везение вообще ничего с этим не связано. Блин. Давай сначала мы сначала его лутаем весь. Давай сейчас залутаем. А потом идем зачистить зомби. Квест? Отстой. Иди сюда. Они уже заспавнились. Я слышал. Ай, иди, уйди, уйди. У меня ХП. Баскетболисты, копы. Отходи, ай, отходи. Отходим, отходим. У меня на донышке ХП, я отхожу. Иди сюда, беги, беги сюда, беги сюда. Он сейчас плюнет. У меня выносливости нет. Отходи. Вот что значит калашников. You speak калашников. А нам сейчас второй раз еще его лутать. Это магазин, он попал. Это магазин самый топовый. Это очень топовый магазин. Самый топовый. Я вообще понял. Подожди, не беги. Залезь наверх, посмотри, что там. Они еще внутри есть. Да поднимайся, поднимайся. Тут уже все, скорее всего. Деревянный сундук здесь. Тут ничего нету. А это еще на книжке. Сзади, сзади. Да чё ж ты не ложишься-то? Боже. Боже, сколько вас тут. Да. Нет, хватить. Беги за дом направо. Что там у тебя? У меня жопа. У меня выносливость кончилась. Все нормально. У меня 10 хп. Все нормально, живи. Я крою. А этот? Дай мёд. А, дай мёд. На, мёд. Я пить хочу. Блин, надо внутрь идти, они сейчас все ящики поломают. Блин, а это офигеть. Только первый это раз. Плохо. Подожди. А, там откуда один. Здесь только фирал? Это топовая локация. Тут очень много книг. Я понял, что это топовая, но почему здесь так много фиралов? Смотри, сколько тут ящиков с книгами. Так, давай я сейчас, короче, ты ломай, я поразбираю, посмотрю, что тут вообще есть ценного. Вот. Чтобы мы... Ну, чтобы на запись все попало просто и все. Давай. Боже мой, сколько книг. Я тебе говорю, книг это самый топовый. Вот если мы найдем такой же, только оружейный, мы с тобой вообще будем в шоколадничном шоколаде. Ого, я уже предвкушаю это все. Так, выхилься, выхилься только. Не забудь выхилиться. Ты не представляешь, что я кучу насобирал. Подожди, ты же не собираешь книги, как я тебя попросил? Я все собрал. Зачем? Все книги собрал. А зачем они тут останутся? Сейчас, секунду. Короче, ладно, он, Нестор у нас все собрал, но ничего страшного, мы сейчас... Вот, вот, смотри вот сюда, вот этот верхний. Короче, вот все, что, все книги, которые тут есть. А, ну, изучай, наверное, что-то. Я изучу взломщика и все. Шахтер одну книжку. А, шахтер, это именно накопание. Все, изучай, короче, все остальное. А я в следующий кон, все, что останется, я изучу. Но помни, надо шипов сделать, короче, пока мы тут. Чтобы они выйдут нам, ну, они нам разорвут все, что только можно. Подожди, а почему не делается? Я тогда разберу. Разбирай все, что не сделаешь, да, все разбирай. Так, я пока воды попью и еды поем. У меня кончились все хилки. На тебе. У меня топовая аптечка есть. А, подожди, тут еще два ящика. О, давай. Откроем, что тут посмотрим. Я посмотрю, что тут есть. Скраб, скраб, скраб. Давай. А, ящики мы еще не можем два. Ну, здесь, смотри, здесь кастеты, рифл, ой, это как раз мне. Лук деревянный и автоматическое оружие. Скраб, и все. Так, я накрафтил колев. Сейчас я топорик починю. Можем... Сейчас а, тачки еще. Тоже скрафчить тебе. Крафти, да. Оля. Что... Оля. А ты ну что тут... тут... А ты не снимал то, что мы зачищали их? Так, да. Мы ж... Я же тебе сказал, видос шел на этот момент. Сейчас мы второй раз еще будем это делать. О, просто было куча фералов. Я знаю, знаю. Мы с тобой на тоненького прям.
Так, подожди, у меня стимулятор есть. Зачем мне рецепт стимулятора? Из стимулятора можно сделать топовые стимуляторы. Офигительно. Так, стимулятор я забахал. Так, нам идет друг. Убей его, пожалуйста, я сейчас починю снарягу. Конечно. Холстяк еще идет вдалеке, но это да, это нам пока нормально все. Так, у меня пока вроде бы кое-как что-то где-то. Блин, ну шапку менять. А хотя подожди, из фонарика можно же фонарик вынуть из каски? Да, из каски можно фонарик вынуть. Так, я захожу в модификации и устанавливаю туда фонарик, и все. У меня теперь тяжелая каска. Все, ты готов? Стоп, смотри, сразу скажу. Сейчас. Снаружи, вот у этих тачек вокруг будет куча зомбей. Посмотри, перезаряди все пока что. Потому что зомбей будет очень много. У меня осталось всего лишь 10 патронов и 5 так. Так, стоп, я хочу еще вот это сделать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У тебя много на калаш патронов осталось? У меня на калаш осталось 15 патронов и обойма в калаше. Сейчас. 37. Тебя почему 37? Она 30. Я не увеличивал. Я не увеличивал. Короче, смотри. Я нажимаю, ты готов? Делаем вид, что ты сказал, да. Погнали. Так, стоп. Они бери стелс сразу свой. Ручку. И пошли. Нам надо именно очистить область. Оставайтесь внутри. Да мы и внутри, в принципе. А где все? А, вот он. Первый. А ты не начал. А, вот все начали. Так, теперь давай туда. Мне не прогрузилось. Я знаю, что у тебя не прогрузилось. Сейчас у тебя прогрузится. Сверху не страшно, сверху не страшно. Главное внутри. Все, они начали падать. Автоматы с трубы фигня, автоматы с трубы фигня. Ну, так, я нашел два топовых антибиотика. Подожди, я дверь могу им открыть? Ребят, дверь открыта. Давай, я открыл. Я знаю. Ну, о, смотри-ка. Как раз автоматы надо прокачать. Все, вы за... я пошел на крышу. Сейчас, короче. Давай, ты все открывай, а я все посмотрю. Что у нас там хорошего. Только сначала надо вход сломать. Блин, с книжками это, конечно, топовый этот, но с пушками еще топовый. Там столько оружия будет. Так, у нас толстяк идет к нам. Откуда ты зашел? Я наверху стою. Сверху я зашел. Толстяк. Ага. Толстяк сзади. Красавчик. Убил. Справа байкер. Под 9 патронов напехали. А я не могу забрать тут. Кого? А я не мог забрать тачку. Да я его залутал просто. Что? А, в нижнюю часть целься, Коль, Колышко. Я уже все, сам разберу. Затрали звонить. Так, сейчас. Я дверь закрыл. Давай пока. Тут не забудь микро отрубить. Так, а я пока посмотрю, что тут можно еще надыбать. Но я уже посмотрю потом. Сейчас я все сначала открою. У меня уже не... А, не, пока помещается. Все, хорошо. Я понимаю, что дважды лутать одно и то же здание, это такое себе. Но нет. Не для меня в данный момент. То, что это самые топовые здания с огромным количеством лута. Есть, получается, вот это здание. Здание на... Здание на что? Здание вот это? Здание на... Здание на что еще? Так, это я разобрал. Угу. Че? Оп! Зомби на улице. Че? Здрасте. Какой ты здоровый, блин. Это не помогло.
Так, во-первых, дождик пошел. Я зачем-то дубинку скинул. А в итоге огромная куча книжек на коллаж. А, верстаки почему-то у меня книги. А, это левелы на верстаки. Левелы на ключи. У нас сейчас с тобой книг будет огромное количество. Он у меня стоит до сих пор. О. А он телепортировался куда-то. Зомби. Так, итого мы набрали еще 5 книжек. 5 страниц, так и этих синих. И 42 обычных. И мы сможем с тобой скрафтить себе, скорее всего, какие-нибудь... А, мы сможем книжки на опыт скрафтить. И книжки 480 на 10 уровень каждого перка. То есть у тебя вот, когда ты в перки заходишь, у тебя есть вот, например, в том же... Ну, в где там у тебя охотник? У тебя внизу самый последний перк. Мне надо 10 очков. Но можно скрафтить книжку за 480 этого... 400... О, кстати, я еще этот нашел. Мензурку одну еще. Короче, можно за 480 страниц скрафтить книжку, которая тебе полностью откроет перк. Вот здесь, кстати, что-то есть. Меня отвлекли. Я знаю, я видел. Меня отвлекли в тот момент, когда я... И мы ради одного антибиотика попались. Короче, вот так вот у нас все идет. Хорошо, я бы даже сказал. Блин, нам бы еще таких магазинов найти. Блин, ты меня не пугай так. Нам бы еще реально парочку таких магазинов. Не убил. Не попал. Да, нам реально 2-3 магазинчика таких. И вообще все пойдет семимильными шагами у нас. Но нам бы оружейный, блин. Даже какой у нас сейчас этап игры? У нас сейчас... У меня 69-й. Я 63-й. А даже так еще разница идет. Ладно. Вот. Блин, ну мне бы дробашек автоматически сейчас. Погрязь вообще. Так, ты там где? А, все, вижу. В общем, ладно, увидимся с вами, ребят, уже у торговца. Так, все, мы у торгаша. Мы скидываем все, что мы там взяли. Так, я беру молоток, потому что он тупо нам нужен, чтобы верстак засунуть. Спасибо большое. Да, и пока что Нестор там гуляет, я себе сейчас еще какие-нибудь эти проапгрейжу что-нибудь. Автомат прогрейдить 2 раза. Да. Спасибо. Копья нет. Долбатель можно для шахтерки. А, лут у нас уже 40%. Давай, возьмем. Это прокачаем. Мне еще одно очко осталось. Расхитить могил сокровища я не хочу. Что мне здесь прокачано? У меня здесь прокачивался тул крафтинг как раз для того, чтобы я мог ремонтировать снарягу до 10 уровня. То бишь, как я понял, я тут могу вот так сделать. Что у тебя там хорошего? Молоток гвоздодер. Молоток гвоздодер. Молоток я взял, нам один хватит. Смотри, что-нибудь еще. Тогда остальной шлем. Остальной шлем, да, в принципе. Так, я думаю, что пока мы тут, я сейчас, короче, продам вообще все, что только смогу. Тупо потому, что даже если мы это нигде не найдем, я это просто потом как-нибудь что-нибудь с этим сделаю. Тебе, ну, блин, сокол я продаю на урон в ближнем бою, потому что я думаю, что вряд ли. Дубинка у меня послабее, это мы оставим. Стрелы железные я продам, мачете продам. У нас здесь очень много ресурсов, и мы с этим, даже с учетом того, что сейчас стимулятор кончится, блин, просто остальное еда и горы патронов. Просто горы патронов. Alrighty, then. Угу. Ладно, ребят, пока что закончим наше выживание. Третий этот день. Мы, наверное, сейчас начнем крафтить все для обороны. Просто если мы до 100-го этапа доберемся к... Блин, надо забыть... Забрать еще вон там лот. Если мы к 100-му этапу дойдем до Орды, там будет, мягко говоря, не камильфо. Блин, я сколько тебе нанес? Много. И зачем мне дубинка тогда, если я одним мачете просто ее выношу спокойно? Вообще бред. Ну реально. Не знаю. 30 перегруза тем временем. Даже если я сейчас... Нам до дома, чтобы вы понимали... Идти до хрена. Тут еще мы вообще за карт сокровищ шли. Нам, чтобы добраться до дома, придет... Мы, мне кажется, сюда переедем. Этот город побольше вроде. Хотя, да, этот город побольше, чем тот. Можем сюда, кстати, переехать. Куда-нибудь.
Нам нужно забрать ресы. Да, нам нужно забрать ресы. Либо же переедем после Орды, а сейчас просто к Орде подготовим. Привет, дружище, заходи. Кто забыл закрыть дверь? О, я молоток нашел. Ух ты, ты забыл закрыть дверь? 32 перегруза и нет вот. Блин, в голову одним ударом. Нафиг? А, подожди, они ворота сломали. Подожди, я могу сквозь них? А, дверь-то я забыл закрыть. Хотя опять подлаги. Так, я попробую все взять. Посмотреть, сколько у меня будет перевеса. Так, я убираю колючки пока что. Вообще, в месяц мне все. 76... Вот так выглядит 76 перегруза, ребят. Нам надо с тобой намутить где-то этот... стимулятор. Хоть два, желательно, чтобы добежать. Без них мы никак вообще не добежим. Я вот просто... Да, вот я бегу сейчас. Как я уже говорил в тот раз, вот с такой скоростью я бегаю. Классно. Это вообще никуда не годится. Сейчас я еще скорую заберу, все. Посмотрю, можем ли мы что-нибудь объединить как-нибудь. А, что мы можем продать? Так-то. А, тут все, в принципе, пригодится на будущее. А тут можем вот это продать. Это все тоже надо будет когда-то. Блин, ключевое слово когда-то. Ну, тут у меня тоже всякий хлам есть. Короче, ладно, ребят, давайте заканчивать на этом. Я резко перехожу на мачете, дабы дубинки не грустили, но мы переходим на мачете. Потому что что-то как-то дубинка себя не за это. Вообще ни туда, ни сюда. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём и Нестор. Всем пока. Да, всем пока.